Инвестиции являются основой социально-экономического развития как территории, так и бизнеса. Предприятия республики вкладывают значительные средства в обновление и модернизацию, создание новых производств и участков. За два последних года объем ежегодных инвестиций превысил 14 миллиардов рублей. О том, какие проекты планируется реализовать в этом году, говорили сегодня в Доме правительства. В ряде российских регионов хорошо зарекомендовала себя такая практика государственно-частного партнерства, как консенсуальное соглашение. Например, в Татарстане так построили Центр планирования семьи. В Нижегородской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. В Чувашии тоже хотят предложить инвесторам такие же условия на строительстве полигона по утилизации твердых бытовых отходов, строительстве онкологического диспансера и центра по стрельбе из лука. Эти и другие проекты обсуждали сегодня при главе Чувашской республики на заседании Совета по модернизации. Строительство полигона ТБО – больной вопрос. Он не решается уже давно. Постоянно меняются инвесторы. Но, как утверждают в Минэкономразвитии, проект уже доработан, просчитан. И уже есть три компании, которые хотят участвовать в строительстве. Есть компания-лидер. Компания-лидер – это компания при пенсионном фонде, которая занимается реальным строительством таких комплексов. Имеются комплексы в Нижегородской области, в Саратовской области и в других. Наша делегация уже туда выезжала и в ближайшее время планирует выехать еще раз. Условия этой компании следующие. Они выделяют средства, готовы достроить мусоросортировочный комплекс, готовы достроить хозблок, готовы закупить технику, готовы закупить вторую карту. Значит, объем, срок окупаемости ориентировочный 7 лет, рентабельность к себестоимости 15%. Условия соглашения – это управление полигоном. В таких условиях, конечно, возрастет и стоимость утилизации мусора. По словам премьер-министра, почти в два раза. На одного человека, наверное, будет где-то порядка в месяц 30-40 рублей, 40 максимум, наверное. Здесь практически этот путь ближайшие регионы прошли, там брать Казань, Нижний Новгород. То есть какого-то нового пути, вот если мы будем утилизировать по современным стандартам, другого пути, наверное, нет. Строительство нового корпуса онкодиспансера уже началось. Лечение должно быть бесплатным, поэтому не сдавать в аренду, не внедрять платные услуги нельзя. А значит, использовать концессионное соглашение в полном объеме не получится. И содержать медучреждение только за счет фонда обязательного медстрахования невозможно. Алла Самойлова предложила использовать для завершения строительства онкодиспансера кредиты и средства федерального и республиканского бюджетов. В этом году потребуется 100 миллионов рублей, а все строительство обойдется 805 миллионов. Надо находить, конечно, пути, чтобы быстрее достроить. Понятно, значит, мы там через Федеральное министерство здравоохранения отрабатываем для того, чтобы получить соответствующие средства. Карандашом нас там пометили, соответственно, с учетом всего этого. Рассчитывать на это надо. Но, по крайней мере, с учетом увеличения заработной платы, расходные обязательства увеличились и уточнили бюджет. Депутаты Государственного совета поддержали. И тем самым мы не можем еще с бюджета на эти объекты и инвестиции вкладывать. Поэтому надо искать нам другие источники. Сразу на совещании представитель одного из банков выразила желание выделить кредит на строительство социального объекта. За последние 6 лет, пока реализовывался нацпроект поддержки АПК, удалось отремонтировать и построить 157 сельскохозяйственных предприятий. В этом году запланировано к реализации еще более 100 проектов. Таких как строительство животноводческого комплекса агрофирмы «Путь Ильича», модернизация агрохолдинга «Юрма», выход на проектную мощность завода «Дивелей» и другие. Всего ожидается инвестиции на более чем 3 миллиарда рублей. Немало проектов, которые обсудили, будут реализованы на предприятиях. Промтрактор «Промлит», «Экри», «Лари», «Химпроме» и заводе имени Чапаева. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.